компания является холдингом, владеет более 500 гектар земли, на которых выращивается продукция, и производится полный цикл до конечного продукта. Продукция наша не содержит ГМО, в ней отсутствуют биодобавки. Продукция направлена на покупателя, который заинтересован в том, что он потребляет, заинтересован в том, что находится в составе этой продукции. Наша компания представляет три бренда. Это Маринадов, коллекция Ретро и Дар Богов. Маринадов. Сегмент средний минус. Ориентирован на покупателя, на среднего покупателя. Отличительная особенность всех наших банок Маринадов – это корона, банка с короной. Олицетворение Астраханского Кремля. По данной торговой марке недавно был произведен ребрендинг. Маринадов у нас был в светлых зеленых тонах. В настоящее время для привлечения покупателя и продвижения бренда используются темно-синие с красным тона, что, надеемся, увеличит узнаваемость на полке и привлечет дополнительного покупателя. Наш продукт – торговая марка «Коллекция Ретро». Ценовой сегмент – средний плюс. Такая же банка, отличительная, с короной. Даже если продукция производится под собственной торговой маркой сети, упаковывается в такую же абсолютно банку. Даже если вы не увидите название «Ретро» на ней, увидите какую-то торговую марку сети, но банка с короной – это наша продукция. Под СТМ мы представлены практически во всех федеральных сетях. Некоторые отличительные особенности есть, так как этот сегмент немного ценовой сегмент выше. Здесь более насыщен продукт овощами, более яркий вкус. Наш третий бренд – это продукция торговой марки «Дар Богов», за которую мы совсем недавно получили последнюю нашу награду за нашу этикетку. В составе всех трех продуктов не используется ГМО, только натуральные продукты, овощи, свежие фрукты, ягоды, линейка сладкой группы, варенье, джемы, протертые ягоды. Доставка нашей продукции производится в федеральные сети на РЦ, в локальные региональные сети через дистрибьюторов. Мы представлены практически во всех городах России, мы представлены практически во всех федеральных сетях, представлены во всех федеральных сетях и торговой маркой, и собственной торговой маркой. В настоящее время компания является лидирующей на рынке овощной консервации. Поэтому, если с нашей стороны не охвачены еще, возможно, какие-то клиенты, мы к этому стремимся. У нас в настоящее время есть проект развития поставок в Израиль, за рубеж, но проект в начальной стадии. Активно пытаемся развить его в настоящее время. Активно печатаемся в СМИ, участвуем в соцсетях. В Фейсбуке и ВКонтакте можно найти нашу группу под названием «Вкус, качество, здоровье». В целях дальнейшего развития отношений с нашими ритейлерами мы готовы вносить изменения в нашу этикетку под праздники, под пост, под Новый год. У нас есть возможность выращивать свои собственные овощи и фрукты. Мы можем снизить стоимость продукции до среднего уровня, мы можем оптимизировать расходы, мы можем оптимизировать логистику. То есть в итоге мы можем представить конечному покупателю конкурентоспособный продукт.